Кузнецов, бросок по воротам мимо. В полном составе чешская сборная. Но мы продолжаем атаковать. И 2-1 за 11, за 10 секунд до окончания встречи. Это Евгений Кузнецов. Вот эти настойчивые атаки. Большинство нам, конечно, помогло. Настойчивые атаки нашей сборной все-таки дали результат. Кузнецов, Евгений, 2-1. Мы впереди. Две заброшенные шайбы и 0 передач. Но это по итогам этого турнира. Молодец, молодец Кузнецов. Вы видите, вовремя оказался в нужном месте. Это у него есть. Он бомбардирские качества, это у него есть. Да попал как-то, вы знаете, маленькая щелочка была. В этом углу находился Коварш, вратарь чешской сборной. Ну и игрок там полевой мешал переместиться в левый угол вратарю чешской сборной.